Здравствуйте. Здравствуйте. С юбилеем вас. Спасибо. С лунной свадьбой. Спасибо. Поздравляю. Это вам. Спасибо большое. Живите еще столько же. Спасибо. На поздравление с 55-й годовщиной свадьбы семья Антоненко реагирует со смущением. Внимание прессы, друзей и родственников даже немного кружит голову. Ведь для них прожить столько лет вместе – это вполне нормально. По-другому и быть-то не могло. Надо просто понимать и прощать. Вот не надо злого держать, не надо. Они познакомились на танцах и с тех пор, говорят, не могут расстаться. Спустя 55 лет чувства, конечно же, уже не те. Но появилось другое – родство душ и взаимопомощь. Например, после того, как Валентина Антоновна ушла на инвалидность, муж каждый день готовит ей завтраки, обеды и ужины. Плюс остальные заботы по хозяйству тоже легли на его плечи. Ты клянись, что будешь ты дальше меня так любить после 55 лет. Если ругаться не буду. Если ругаться не буду. Их семья – пример для подражания не только для детей и внуков. Лучшие друзья тоже готовы справить юбилей – золотую свадьбу. Кстати, их союз не возник бы, не будь семьи Антоненко. В 61-м году брат приехал с женой к нам в Белоруссию, к маме приехал. А в 61-м, да, и привез… Меня. Двоюродного брата. В отпуск. Жены. Вот так мы познакомились. Поженились в 63-м году. Теперь в этой семье ждут новых супружеских рекордов. Каждый хочет дожить до бриллиантовой свадьбы. В том, что все получится, они не сомневаются. Им помогут. Ведь рядом верные друзья и большая семья.